Всем доброе утро. Вот мы с Кузькой решили снять фильм. Да? Кузьма, пойдем посмотрим, что у нас в саду растет. Пойдем, к чему готовиться. Да, я понимаю, да. Ты, конечно, всю ночь не спал и всю ночь охранял. Да. Все ж тебе поверят. Угу. Пойдем, сынок. Пойдем походим, мальчик. Пойдем. Ну, пойдем, пожалуйста. Пошли. Ну, ты давай вставай. Без тебя-то вообще ничего не получится. Кузьма. Кузик. Сынок, пошли. Ой. Пойдем, давай. Ко мне. Пойдем. Пошли, 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 мальчик мой. Пойдем. Молодец, да. Ой, какой молодец. Какой молодец. Ну, пошли. Давай, шагай. Ой, у нас прям лес, ребят. У нас лес. У нас в этом году первый год будет кизил. Я прям даже не ожидал, что вообще такое может быть. Поэтому вот смотрите, вот это вот кизил, видите? И вот кизил. Ну, в общем, если поприглядываться, кизил есть. Так, что еще? Барбариса будет в этом году много. Вот этот барбарис у нас съедобный. Так, что еще? А еще у нас уже черешня появилась. Угу. Да-да-да, я не обманула. Да. А еще смотрите, какой домик стал. Симпатичный. Ну, правда, еще не совсем доделан. Но вот такой вот он уже будет. Теперь он такой. А вот черешня. И это Подмосковье. Да? Видите? Вот такая красота. Груш большое очень количество у нас будет. Видите? Черешня. Так что у нас уже даже на одном дереве уже созрела черешня фактически. Очень большое количество жимолости. Видите, вот такие ягодки. Вот. Жимолость – это вообще самая первая ягода. Кладезь витаминов. Правда, кислючая. Но если витаминов нет, то это, конечно, здорово. Так. Но груш будет, ребята, очень много. Правда. Это будет прям пипец как много. Да. Ну, будем есть. Делать компоты. И угощать всех жителей нашего поселка. То, что мы обычно делаем. Выставляем стол за своими воротами. И насыпаем большое количество груш, яблок. Ну, короче, все проходящие кушают наши груши и яблоки. Ну... Живем мы в поселке, но такое, не знаю почему, но делаем только мы. Наверное, это от людей тоже много зависит. Не все меряется деньгами. Что вам еще сказать? Что вам еще? О чем вам еще рассказать? Буду очень признательна, если вы мне... Будете хотя бы писать какие-то, ну, хотя бы наводящие вопросы. Потому что говорить в наше непростое время, ох, как нелегко. Вот, смотрите, какая красота. Какая красота, которая не сильно требует ухода. По большому счету, нужно только покосить, траву прорвать вокруг. И все. Так, ну а куда Кузьма делся?
А Кузьма, как всегда, зевает и хочет уже домой. Так что всем, ребята, мирного неба над головой. И всех благ. Очень рада была, если видео вам понравилось. О, вот это мне прям вообще перлы пошли. Короче, получилось. Что-то снялось. Всем хорошего настроения.